здесь есть кто-нибудь? Твою мать! О, черт! Привет, ты на канале Мистическая Корпорация. Меня зовут Тимофей Данишевский. Друзья, сегодня я вернулся в дом, в котором мы уже с вами бывали. Это проклятый дом, в котором какая-то демоническая сущность проявляла себя, роняла шкафы, издавала звуки. Сквозь зеркало раздавались ужасные звуки, как будто скребся кто-то изнутри зеркала. Я решил сюда вернуться и узнать, еще раз попробовать испытать удачу. Может быть, нам удастся сегодня узнать, что же здесь происходило в действительности. Так, сейчас я вам покажу, что здесь появились некие изменения. А изменения в плане того, что после последнего моего визита здесь все изменилось. Сейчас вы увидите, почему. А, кстати, кто хочет посмотреть, что же за история действительно с этим домом, я оставлю ссылки в описании внизу, чтобы вы могли перейти и посмотреть изначальные ролики, как я здесь уже бывал, и сравнить то состояние дома, которое было до моего прихода и после моего прихода. Колоссальные изменения, вы заметите их невооруженным глазом. Вот, собственно, это первая комната. Вот тот самый шкаф, который на меня упал. Ну, как на меня практически, я успел вот здесь вот ускользнуть, но камера тоже будет стоять в этой комнате. Вот то самое зеркало, друзья, у которого в прошлый раз я стоял. И каким-то случаем вот здесь я заметил шляпу, которую в тот раз, как мы думали, бросал домовой, но она осталась здесь, я не знаю кто. Крыша здесь стала протекать резко, сразу же изменился цвет стен, пол стал весь каким-то в какой-то плесени после моего последнего визита. Все обои обрушились, то есть отклеились, потолок тоже весь скрючило, он вот в таких как будто в ржавых тонах стал после последнего моего раза, когда я здесь был, этого не было. Вот, собственно, в этой комнате то же самое с потолком. Как будто здесь что-то внутри разрушало дом изнутри. Вот, собственно, сами можете наблюдать эти изменения. Так, сейчас я думаю, включу рации здесь. Одну рацию оставлю здесь. Пусть будет в рабочем состоянии. Включу эту камеру. Также вторая рация будет со мной находиться. Включаю камеру номер 2, или назовем ее камерой номер 2. Да, камера. Ой, рация работает у нас? Работает. Отлично. Так, друзья, сейчас я планирую провести ритуал со свистком. Поставлю камеру здесь.
проведу ритуал с свистком. И, собственно, ИГФ я сегодня не взял, потому что в прошлом выпуске он часто подводил. Но все-таки связаться нам в сущности удалось. Поэтому сегодня только с рациями попытаемся. Так, сейчас проведу ритуал со свистком. Собственно, провел ритуал со свистком. Сейчас будем ждать, что же произойдет. Здесь кто-нибудь есть? В прошлый раз ты себя проявлял. Здесь? Ты здесь? Какая-то тишина у нас. Давайте попробуем по рации спросить. Здесь кто-нибудь есть? Здесь есть кто-нибудь? Черт. Кто ты? Кто ты? Кто я? Кто это? Как тебя зовут? Давай я подойду к зеркалу, и мы с тобой пообщаемся. Ответь мне. Ты еще здесь? Что-то какая-то тишина. Свечи затухли, надеюсь. Блин. Охренеть. Кто ты? Кто ты? Твою мать! Твою мать! О, черт! О, черт! Твою мать. Твою мать. Что это было вообще?
Охренеть. Охренеть. Друзья, только что руку сжег. Что ты такое? Триста. Друзья, похоже, что это есть этот самый настоящий демон. Похоже, девушка, которая повесилась, здесь абсолютно ни при чем. Я полагаю, что то, что здесь произошло в прошлом, притянулся до какой-то более мощную и злую энергию, сущность. Ты знал ту девушку, что здесь погибла и покончила с собой? Смерть. Ты был причастен к тому, что здесь произошло? Все в дыму. Что-то страшное происходит здесь, друзья. Ты в этой комнате? Ты рядом с зеркалом? Где я могу тебя найти? Ты привязан к этому дому? Шкаф трясся. Надо взять фонарик. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь?
Зачем ты это делаешь? Страху мы нужен. Но я сейчас не могу ему дать столько страха, как в прошлый раз. Так. Хорошо. Сейчас мы узнаем, попытаемся узнать, что же это на самом деле. Я забыл с собой взять смесь специально, чтобы отдымить комнату и понять, демон это или нет. У нас свет потух, друзья. Плюс холодно, плюс еще. Плюс еще он поджирает энергию. И тут свет отрубился. Ладно. Ты решил оставить меня без света? Да, без света. Кто ты? Спрашиваю еще раз. Кто ты? Как твое имя? Свет весь в ноль. Друзья, мне уже опасно здесь находиться. Весь свет потух. Он разрядил полностью у нас. Еще выходит на контакт. Он разрядил у нас все. Камера еще держится. У меня остался один фонарь, два прожектора сели в ноль, абсолютно в ноль, поэтому без... я не брал никаких защит сегодня особенных, так как думал, это не понадобится, и поэтому я думаю, я задерживаться здесь не буду. Раз он уже что-то поджег, воспламенил ста шляпа, было много активности, я думаю... Всякие шорохи еще здесь. Я думаю, ради своей безопасности я сейчас покину этот дом. Если он до следующего года простоит и ничего с ним не случится, а скорее всего не случится,
А там уж кто знает, мы сюда еще вернемся. Но вернемся уже с конкретными вещами, чтобы освободить этот дом. Так, сейчас я буду собираться. Все, друзья, я собираюсь отсюда уходить, так как эта сущность еще и выходит на связь по рации до сих пор. Я пока отсюда не ушел, не буду ее выключать. Я думаю, мы так выйдем. Аккуратно, что сегодня только не было. Вот, аккуратно выходим. Уходи. Он не хочет, чтобы мы уходили отсюда. Я ухожу из этого дома. Я ухожу от тебя.